В прошлом выпуске мы рассмотрели принцип работы гидроагрегата и выяснили, что механизм это очень сложный и требующий тщательного контроля при эксплуатации, как в общем и сами станции. С учетом высоты плотины, наличия в нижнем бьефе населенных пунктов, геологического строения оснований и сейсмичности, ГЭС относят к сооружениям разного класса опасности. К примеру, наши гидростанции Зейская и Бурейская попадают под первой, самой высшей. И часто, глядя вот на такую громадину, у нас, обывателей, возникает вопрос, а насколько же все это надежно? Вспомним, например, прошлогоднюю ситуацию с паводком. Но кто не допускал у себя мысли, а выдержит ли напор плотины наших ГЭС? А помните панику, которая началась в Благовещенске, когда кто-то пустил слух, что в плотине Зейской ГЭС трещина? Вообще, человеческих страхов относительно ГЭС великое множество. И вот вам парочка самых популярных. Первый – это разрушение плотины. Теоретически оно может произойти вследствие наводнения, землетрясения, теракта или неправильной эксплуатации. Ну и второй страх связан с поломкой оборудования, следствием чего будет прекращение выработки электроэнергии, полное или частичное. Давайте на примере Бурейской ГЭС разберемся, насколько эти страхи обоснованы. На гидростанции специалисты службы мониторинга гидротехнических сооружений практически круглосуточно следят как за внешними, так и за внутренними параметрами плотины. Кроме того, дважды в год для предотвращения размыва русла у основания плотины проводятся осмотры дна реки со стороны нижнего бьефа с использованием эхолотов и даже водолазных групп. Но и это еще не все. Очень серьезный контроль организован и внутри бетонного гиганта. Если честно, всегда интересовало, что же именно расположено внутри плотины. Внутри Бурейской гидроэлектростанции расположены вот таких вот 11 тоннелей, в которых находится контрольно-измерительное оборудование. Несмотря на то, что за бортом, то есть снаружи, температура около плюс 30 градусов, здесь всего лишь около плюс 10. Такой вот своеобразный микроклимат сформировала плотина за долгие годы работы. В самом теле плотины в бетоне находится комплекс приборов, особых датчиков с натянутыми внутри струнами. Их более 2000. Самих этих датчиков не видно, они замурованы в тело плотины, но зато к ним можно подключиться по специальным проводам и таким образом узнать про плотину практически все. В зависимости от того, какая там, допустим, нагрузка, какая температура, у нас получается имеются разные частоты этой струны, колебания происходят, ну, ниже частота, выше частота, и с помощью, допустим, вот этой частоты и определяется, то есть забивается формула в Excel и смотрится, какая имеется температура в данном блоке, какая нагрузка. Все данные, полученные о состоянии ГЭС, специалисты обрабатывают и определяют, находятся ли они в допустимых пределах. По сумме показателей делается вывод о состоянии всего сооружения. Критерии безопасности, они разделены на два вида. Это количественные критерии безопасности и качественные. Количественные критерии безопасности, значит, утвержденная декларация безопасности ГДС, назначена у нас 73 параметра, в которые входят показатели практически по всем видам наблюдений. Это и фильтрационная прочность, и перемещение плотины, и напряжение на напорной грани плотины. И многие другие. И качественные параметры, которые оцениваются экспертно, то есть визуально. Их 11 штук. Отмечу сразу, что ни по одному из этих критериев станция никогда не приближалась к критическим показателям. Более того, исходя из анализа числовых значений параметров безопасности, у Бурейской ГЭС тройной запас прочности, так что переживать за работу комплекса явно не стоит. Подобная система мониторинга гидротехнических сооружений работает и на Зейской ГЭС, и на всех остальных станциях Русгидро. Теперь поговорим о землетрясениях. Стоит отметить, что после изменения в 1997 году карты сейсмического районирования России в проект Бурейской ГЭС внесли некоторые коррективы. И если раньше станция была рассчитана на магнитуду в 6 баллов, теперь ее прочность рассчитана на то, чтобы без особых потерь пережить землетрясение в 8. В проект были внесены конструктивные элементы, повышающие устойчивость сооружения. А основные конструкции распределительных устройств подстанций расположены на 5-метровой гравийной подушке, которая способна сглаживать колебания почвы, защищая оборудование при возможных подземных толчках. Для отслеживания подземных колебаний в районе Бурейской ГЭС созданы 6 сейсмостанций. 5 из них находятся в постоянной работе и еще одна в резерве. Они входят в более масштабный комплекс геодинамических наблюдений, то есть исследуют не только саму плотину, но и по периметру всю округу. Например, здесь также изучают влияние сбросов ГЭС на прилегающие территории. Станции образуют апертуру определенную для локализации
гипоцентров местных землетрясений на расстоянии где-то порядка до 70 километров. С магнитудой уверенного приема 1,2 по Рихтеру. Вот этот вот сейсмоприемник, он однотипный для всех этих сейсмостанций. Под тщательным контролем находится и все оборудование станции. Для поддержания основных и вспомогательных систем в оптимальном состоянии, обеспечения надежности и безопасности их работы, на станции ежегодно проводится комплекс ремонтов, которые планируются задолго до окончания сроков техэксплуатации механизмов. И несмотря на то, что Бурейская ГЭС – одна из самых новых станций, здесь следят за развитием технической мысли и своевременно проводят модернизацию оборудования. Вообще, под постоянным контролем на станции все приборы и агрегаты. Оптимальный рабочий режим регулируется автоматически, но при этом отслеживается специалистами. Стоит отметить, что на самой станции всегда все системы дублируются, чтобы на случай ЧС или ремонтов было чем заменить вышедший из строя блок. Например, вот так на Бурейской ГЭС происходит ремонт трансформатора напряжением 500 кВ. Как говорят энергетики, такое бывает раз в несколько лет, так что эти кадры уже из разряда редких. Интересная профессиональная особенность специалистов, отвечающих за безопасность ГЭС. Опытный инженер может только по вибрации агрегата определить, нормально ли тот работает или же что-то не так. Чтобы выявить, предупредить какое-то большое развитие аварии, но нужно заранее как бы вот, понимать, где это может возникнуть. Есть показатели после ввода оборудования. Происходит там сравнение этих показателей, какие были там, в первоначальный момент, какие там были до ремонта, какие были после ремонта. Кроме внутреннего контроля за состоянием гидротехнического сооружения и оборудования, есть и строжайший внешний. Его осуществляют местные органы Ростехнадзора. А что же с внешней безопасностью Бурейской ГЭС и почему она считается одной из самых защищенных в нашей стране? Вся станция по периметру находится в многоступенчатом охранном кольце. К примеру, о приближении вашей машины к плотине службы узнают гораздо раньше, чем вы думаете. В том числе благодаря радиолокатору и тепловизором. Если вдруг у кого-то возникнет мысль взять транспорт со взрывчаткой и на полном ходу протаранить забор перед станцией, это благодаря особым системам контроля сделать здесь, ну, никак не получится. Зато людям, законопослушным, как это ни странно, разрешено свободно проезжать по гребню станции. Нужно лишь предоставить документы и заполнить заявку. Не ограничен проезд здесь. И не только, допустим, особо приближенным, а все люди могут сюда у нас по плотине проехать. Ради бога, дело в том, что есть определенные также меры безопасности, не только вот, взять, допустим, Новосибирскую ГЭС, да, где по плотине можно проехать. Та же Нижегородская ГЭС, которая дорога располагается рядом с территорией ГЭС. На Нижегородской там дополнительные меры выставлены. Ограничений нету. Принимаются определенные меры, чтобы не было провоза, в том числе и по территории плотины и все остальное. Поэтому здесь таким же образом меры предприняты определенные, чтобы не было провоза там запрещенных предметов и тому подобное, чтобы не мешало, допустим, работе гидроэлектростанции. В общем, как видите сами, гидростанции не просто бетонные перемычки, а тщательным образом продуманное сооружение с большим запасом прочности и готовностью к любым нештатным ситуациям. И в случае реальной угрозы человеческого или природного характера они выстоят. В следующем выпуске мы расскажем о том, как строится ГЭС на примере станции, которая сейчас возводится в Амурской области, Нижнебурейской.